Анонс и точки выхода четвертой серии сериала на автомате. Четвертая серия сериала выйдет на видеосервисе Кинопоиск HD 19 июня. Ранее в сериале мы увидели, как ребята оказались внутри гаража, а здесь лежит настоящий дефицит, которого просто невозможно нигде найти. Но самое главное, что этот дорогой товар надо еще кому-то продать. Парни не собираются останавливаться, так как молодость не знает никаких преград, и решают заняться этим прибыльным делом. Ребята еще толком не осознают, что просто так такой дорогой товар не может лежать без присмотра. У него есть хозяин, причем совсем не один. Люди, которые владеют таким богатством, совсем непростые, и в скором времени у парней появляются серьезные проблемы. Братья становятся мишенью для бандитов, которые теперь будут их постоянно преследовать. Запускается такая череда событий, когда в этот беспредел втягивается много людей и начинается серьезная заваруха. Как ребятам вылезти из этой криминальной истории, они пока не знают. Четвертая серия сериала выйдет в эфир 19 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, поставьте лайки. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.